Здравствуйте! Сегодня 31 мая 2012 года. Замечательный солнечный день. Мы с вами находимся в Академгородке, в Новосибирском Академгородке, в технопарке. И сегодня у нас семинар знакомства. Знакомство с комплексной коучинговой системой управления предприятием «Бизнес-драйв». И для начала я представлюсь. Меня зовут Рудых Денис. Я основатель группы компаний IMS, сертифицированный коуч по стандарту ICF и консультант по бережливому производству. И причина, по которой я сегодня здесь стою и хочу вам рассказать то, что я вам расскажу в ближайшее время, заключается в том, что последние 12 лет я собирал инструменты, методологии, способы работы в бизнесе. И собирал их не просто так. Когда 12 лет тому назад у меня появился первый бизнес, мной руководило две мысли. Первое. Как прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. И второе, как управлять своей компанией. Вот эти две мысли были для меня флагманом все эти 12 лет. И на этом пути, на сегодняшний день, была сейчас уже основана и работает группа компании IMS из 6 бизнесов. Я встретился с коучингом, прошел обучение в Международном Эриксоновском университете у Мерлин Аткинсон. Я встретился с бережливым производством и работал в проектах по бережливому производству, преподавал бережливое производство. Частично я встретился с ТРИЗом, ознакомился с этой системой. В какой-то степени ознакомился с и даже какое-то время был членом такой организации, как WISE. Это МАНХ, модель административного ноу-хау Рона Хаббарда. Изучал 6 SIGM, систему 6 SIGM, систему TQM, систему ISO 9000. То есть я перебирал все существующие на сегодняшний день системы организации бизнеса, перебирал их, изучал, и все, что мне нравилось, я применял в своей компании. Я применял в своей компании, и что-то прижилось, что-то не прижилось, что-то сработало, что-то не сработало. И вот все то, что сработало, и все то, что прижилось, и составляет на сегодняшний день основу комплексной коучинговой системы управления предприятием «Бизнес-драйв». То есть, по сути, все, о чем я сегодня буду говорить, я буду делиться с вами своим опытом и наработками в том, как я применял эти инструменты у себя в компании, продолжаю применять у себя в компании и, собственно говоря, развитие самой системы «Бизнес-драйв» в каком-то смысле только начинается. В каком смысле это я сказал, я скажу чуть-чуть позже. Итак, расписание, по которому мы сегодня будем с вами работать. Начало в 3. У нас будет с вами перерыв, 2 перерыва, 2 кофе-брейка. А заканчиваем сегодня в 7. Я планирую в 6 часов ориентировочно закончить изложение основной части системы и оставшееся время отвечать на вопросы, которые возникнут.